В мире автомобильных технологий существует огромное разнообразие устройств, предназначенных для улучшения комфорта, безопасности и функциональности вашего автомобиля. От инновационных систем предотвращения столкновений и элегантных ароматических диффузоров до футуристических проекционных дисплеев и мобильных приложений для управления доступом к автомобилю. Каждый гаджет призван не только улучшить характеристики вашего автомобиля, но и придать ему индивидуальность и стиль. Ароматический диффузор в виде элегантного самолета, выполненный из устойчивого к высоким температурам алюминиевого сплава, работает от солнечной батареи, поэтому вам не нужно беспокоиться о его зарядке. Он небольшой, не закрывает линию обзора и бесшумно работает, а значит, не будет мешать водителю при движении. Пропеллер активно рассеивает аромат, который освежает салон вашего автомобиля. Просто добавьте несколько капель любимого масла на подушечку и наслаждайтесь. А любители футуристического дизайна могут выбрать для себя вариант с вращающимися кольцами. С помощью этого дисплея вы легко узнаете различную информацию о своем автомобиле. От скорости движения и состояния топлива до анализа работы двигателя. Всего вам будет доступно более 100 различных параметров. Установка устройства не вызывает сложностей, поскольку оно может быть размещено поверх приборной панели или закреплено на лобовом стекле. Вам также будет доступен выбор среди 10 различных стилей интерфейса для удобства использования. Обновите интерьер своего автомобиля при помощи этой элегантной современной панели кондиционера. У нее интуитивно понятный интерфейс, стильный вид и максимально точные настройки. С этим устройством вы без усилий сможете обеспечить желаемую температуру в салоне, а также регулировать потоки воздуха для создания оптимального микроклимата. К тому же блок управления адаптирует свою яркость в зависимости от уровня освещения для удобства использования в любое время суток. Система Mobile Eyes помогает водителям держать безопасный интервал между автомобилями, предупреждая визуально и звуковыми сигналами о сокращении дистанции до критической, отслеживает время до объекта впереди, сигнализируя, когда оно уменьшается до 2,5 секунд или меньше, а также предупреждает о пешеходах и велосипедистах в опасной зоне. Зеленые и красные значки указывают соответственно на безопасное и небезопасное время следования. У этой системы есть только один недостаток – она не работает в темное время суток. Программа Keta преобразует ваш смартфон в надежный и удобный электронный ключ к вашему автомобилю, предоставляя мгновенный и безопасный доступ без физического аналога. С помощью этого приложения вы сможете легко запускать автомобиль и даже делиться доступом с близкими или друзьями без малейших рисков. Это достигается благодаря передовой системе двухфакторной аутентификации и шифрования данных на уровне, используемом ведущими облачными платформами. Технология Keta также позволяет открывать двери и багажник. Основным достоинством этих видеорегистраторов является высокое качество видео, в том числе в условиях низкой освещенности, что обеспечивается благодаря использованию камер с высоким разрешением. Кроме того, видеорегистраторы Wolfbox часто оборудованы функцией GPS-трекинга, что позволяет отслеживать маршрут движения. Дополнительные функции, такие как автоматическая парковка, детектор движения и система предупреждения о выходе из полосы, повышают безопасность вождения. Но изюминкой этих устройств, несомненно, являются сенсорные экраны высокого разрешения, которые обеспечивают четкое изображение и позволяют быстро просматривать записанные видеоматериалы прямо на устройстве. Индикатор RaceBox предназначен для измерения и анализа производительности автомобиля в реальном времени. Он широко используется в автоспорте и среди энтузиастов, желающих улучшить характеристики своего автомобиля. Измерять время набора скорости от 0 до 60 км в час, ускорение с 60 до 130 км в час или прохождение кольца на гоночной трассе стало проще, чем когда-либо. Также он помогает оценить общую производительность автомобиля и его компонентов, эффективность внесенных изменений или доработок.
Racebox можно использовать не только на автомобилях, но и на любых других транспортных средствах. Обладая мощностью, которая превосходит обычные мойки в 7 раз, это устройство высокого давления с 7 насадками гарантирует охват значительной площади очистки, экономя при этом ваши усилия. Оно не только эффективно удаляет с днища автомобиля ржавчину и коррозию, но и действует как мощная водяная щетка для уборки больших площадей, включая подъезды, тротуары и террасы. Благодаря совместимости с большинством систем высокого давления и возможности работать с водой любой температуры, она становится незаменимым инструментом для каждого автомобилиста. Если вы заботитесь о своем автомобиле и не хотите, чтобы его угнали, вам нужна надежная блокировка рулевого колеса. В отличие от традиционных замков, которые не сильно изменились за последние 20 лет, OctiLock оснащен интеллектуальными функциями. Вы можете разблокировать его не только с помощью ключа, а также отпечатка пальца или смартфона. Стильный ящик для хранения различных предметов сделает пространство вашего автомобиля более аккуратным. В нем есть один большой отсек для всяких мелочей, а также держатели для стаканов с кофе или водой, телефона. Устанавливается такой органайзер на заднее сиденье практически любого автомобиля. Он очень прочный, легко чистится, на него можно опираться как на подлокотник. Замок для рулевого колеса DiscLock выделяется своей исключительной прочностью и надежностью среди аналогов на рынке. Изготовленный из армированной стали, он обеспечивает полное покрытие руля, максимально защищая его от несанкционированного доступа. По результатам тестирований, проведенных экспертами в области безопасности, DiscLock демонстрирует способность выдерживать попытки взлома, в том числе с применением электроинструментов, значительно дольше, чем любые другие замки. Его внешний вид также способствует дополнительной защите, поскольку заметность замка снаружи автомобиля может эффективно отпугнуть потенциальных злоумышленников. Этот вентилятор предлагает на выбор три уровня охлаждения – низкий, средний и высокий. Его можно без труда закрепить на переднем сиденье с использованием регулируемого ремня и подсоединить к питанию через USB-кабель, который идет в комплекте. Благодаря достаточной длине провода установка не вызовет затруднений. Вентилятор также подходит для использования в доме, офисе, во время занятий спортом в спортзале, на природе, в походе или в любом другом месте, где требуется охлаждение. Воздух в вашем автомобиле содержит смесь токсичных паров и газов, которые потенциально вредны для вашего здоровья и здоровья тех, кого вы любите. Но автомобильный очиститель воздуха ATEM с фильтром нового поколения может стать решением этой проблемы. Он улавливает до 99% загрязнителей, включая ультрамелкие частицы 0,3 микрона, вирусы и бактерии. Способен адсорбировать запахи и газы, обеспечивая чистоту воздуха в салоне автомобиля. Эта уникальная технология позволяет защитить вас и ваших близких от вредных воздействий загрязненного воздуха. Этот многофункциональный FM-трансмиттер с Bluetooth даст вам возможность пользоваться функцией громкой связи и слушать любимую музыку через систему автомобильного радио. Оснащенный встроенным аккумулятором, он способен заряжаться от солнечной энергии. А для быстрой зарядки доступна опция подключения через порт Type-C. Благодаря которой устройство заряжается всего за 75 минут. Удобное крепление на магнитной основе позволяет разместить устройство на лобовом стекле, где оно займет мало места и не будет мешать видимости. Управление громкостью, выбор треков и частот FM-диапазона, прием и завершение звонков осуществляется через верхнюю панель, которая также оснащена дисплеем для отображения текущей радиоволны. Автомобильная лампа цвета музыка с ароматизатором – инновационный гаджет 2 в одном, обеспечивающий не только освещение, но и приятный аромат в салоне. Оснащенный светодиодами и встроенным микрофоном, гаджет синхронизируется с музыкой и вашим голосом, меняя цвета и ритм освещения. Управление через мобильное приложение позволяет выбрать нужный режим и цвет подсветки. А освежитель воздуха уберет все неприятные запахи за считанные минуты.
Для того, чтобы получить доступ к функции «Парковка», просто коснитесь соответствующей кнопки на центральной панели. Включение задней скорости автоматически активирует отображение парковочного пространства. На экране также появится вид с внешних камер вашего автомобиля. Затем выберите опцию «Изображение парковки» для доступа к экрану с графическими подсказками. Используйте иконки камер для смены угла обзора и обеспечения наилучшей видимости. Для более широкой перспективы можно включить режим «Панорамный вид». Использование функции «Вид автомойки» позволяет отобразить на экране вид с внешней камеры, упрощая процесс въезда на автомойку. Дополнительно доступен режим «Очистка камеры» для улучшения видимости. В разделе «Настройки» можно отрегулировать и активировать разнообразные опции парковки. Этот компактный GPS-трекер обеспечивает широкий охват сети, делая его идеальным для отслеживания автомобилей, людей, домашних животных и ценных предметов. В набор входит магнит, водонепроницаемый силиконовый чехол, клипса для ношения на ремне и брелок. Его аккумулятор обеспечивает до 5 дней работы при постоянном отслеживании с интервалами в 1-5 минут. При минимальной активности, фиксируя местоположение 1-3 раза в день, заряд сохраняется до 75 дней. Устройство использует GPS-спутники для отслеживания на открытом воздухе и Wi-Fi в помещениях. Со встроенной международной сим-картой от Vodafone трекер может быть отслежен в реальном времени в любой точке мира. Данное устройство функционирует без необходимости оформления подписки и автоматически включается при начале движения автомобиля, становясь вашим надежным помощником в дороге без потребности вручную каждый раз активировать приложение. Оно подает аудио и визуальные сигналы, минимизируя отвлечение внимания водителя и заранее информирует о наличии камер видеонаблюдения и потенциальных опасностях на пути. В случае, если вы первым заметили дорожное происшествие, достаточно нажать кнопку дважды, чтобы оповестить о нем других пользователей, а если новую камеру наблюдения – один раз. Однако важно помнить, что несмотря на повышение уровня безопасности, благодаря этому гаджету, необходимость соблюдения правил дорожного движения никто не отменял. Аппарат для расширения пыльника делает его замену на внешней части карданного вала с помощью пневматики более быстрой и менее трудоемкой, существенно экономя ваше время. Благодаря ему нет больше необходимости демонтировать приводной вал или отсоединять шарнир от вала. Инструмент подходит для большинства типов автомобилей и квадроциклов. Инновационная система подсветки обладает возможностью автоматического распознавания, предоставляя вам свободу настройки в соответствии с личными предпочтениями. Можете написать имя, марку автомобиля, запоминающийся текст. Она идеально подойдет тем, кто стремится сделать свой автомобиль уникальным, предлагая выбор из 7 цветов и 28 режимов световых эффектов. Светильники изготовлены из водонепроницаемого материала, что гарантирует их долговечность и устойчивость к погодным условиям. Монтаж системы не требует сверления, обеспечивая сохранность вашего автомобиля. В набор входят 4 осветительных устройства и USB-кабель для зарядки. Фары – одна из самых заметных особенностей автомобиля. Именно поэтому многие производители и специализированные мастерские предлагают широкий спектр услуг по их тюнингу и модернизации. Но это не просто путь к приданию автомобилю уникального внешнего вида, а еще и возможность значительно улучшить качество освещения дороги, что напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Стартер PowerUn отличается впечатляющим пиковым током в 4000 ампер, благодаря чему может быстро завести автомобиль с бензиновыми и дизельными двигателями объемом до 10 литров. Устройство может произвести до 40 пусков на одной зарядке, даже если напряжение аккумулятора чрезвычайно низкое. Оно защищено от воды и пыли и обладает ударопрочностью, что гарантирует его безопасное использование в разных погодных условиях. Помимо этого, стартер может служить для зарядки смартфонов и планшетов, а также оснащен мощным светодиодным фонарем с 3 режимами работы. Это...
Это умное автомобильное зарядное устройство для автомобильного прикуривателя с функцией контроля напряжения обеспечивает оптимальную зарядку и защищает от перегрузок, перезарядов и перегрева. Совместимо с гаджетами, поддерживающими различные протоколы быстрой зарядки. Его компактная выдвижная конструкция способствует простоте использования и предотвращает спутывание кабелей. Это устройство подойдет для подавляющего большинства автомобилей и гарантирует безопасное подключение. Покупателям предоставляется гарантия на год с возможностью замены или возврата, а также круглосуточная поддержка. Устройство для видеозаписи Ring обеспечит вашему автомобилю круглосуточную защиту. В его арсенале две HD-камеры, захватывающие все движения и действия, что гарантирует четкое изображение любой подозрительной активности вне и внутри вашего автомобиля. Вы будете получать мгновенные уведомления о любых нарушениях через приложение, а также сможете воспользоваться просмотром в реальном времени и двусторонней связью. Устройство легко подключается к вашему домашнему Wi-Fi. Во время движения по шоссе не забудьте включить ассистента движения. Обязательно убедитесь, что работает режим Assisted Driving Plus. При движении по трассе с руками на руле и выполнении всех требований, через время на дисплее появится сообщение, предлагающее использовать автоматический режим. Теперь вы можете убрать руки с руля и расслабиться. При этом ваш ассистент поможет вам оставаться в своей полосе движения, сохраняя заданный круиз-контролем скорость и расстояние до автомобилей впереди вас, пока вы внимательно следите за дорогой. Полностью зарядите свой автомобиль и предварительно настройте климат в салоне в соответствии с вашими потребностями. Для поиска зарядных станций по пути следования вы можете использовать карты от компании BMW. Они все указаны в соответствующих разделах на вашей панели. Не забудьте разгрузить автомобиль и снять с него все дополнительное оборудование после прибытия на место. Это продлит срок службы вашей машины. С помощью новой специализированной программы вы можете легко подобрать уникальный цвет для вашего BMW. В интерфейсе приложения в нижнем левом углу сначала выберите желаемую модель автомобиля, а затем экспериментируйте с его внешним видом, изменяя цвет. В вашем распоряжении более 150 различных оттенков. После выбора идеального варианта вы можете показать его дилеру и, совершив покупку, каждый день наслаждаться автомобилем в вашем индивидуальном цвете. Оригинальные антивандальные болты для колес предлагают надежную защиту от угона. В набор включены 4 болта, специальный ключ для их установки и карточка с уникальным кодом на обратной стороне, который может потребоваться для дубликата ключа. Болты монтируются вручную, при этом необходимо удостовериться, что они полностью входят в пазы. Компания Tesla представила новую функцию Dog Mode, чтобы обеспечить комфортное пребывание домашних питомцев в автомобиле при отсутствии хозяев. Она позволяет поддерживать в салоне выбранную температуру, используя систему климат-контроля даже при выключенном двигателе. Кроме того, на центральном экране отображается сообщение для прохожих о том, что с питомцем все в порядке и владелец скоро вернется. Это направлено на предотвращение перегрева или переохлаждения животных в закрытом автомобиле. Эта система – уникальное решение для улучшения сцепления и маневренности грузовиков. Ее особенность заключается в способности оптимизировать распределение веса и улучшить тягу на ведущем мосту, что особенно важно при движении по скользким или неровным дорогам. Эта технология не только повышает эффективность перевозок, но и способствует экономии топлива, делая транспортную отрасль более экологичной и экономичной.